Кадровые работники, жители провинции Хэйлунцзян гордятся славными достижениями прошлого и полны надежды на светлое будущее. Все они воспринимают дух доклада 20-го съезда как руководство к действию, полны решимости взять на себя выполнение главных задач, отдать все свои силы великому возрождению китайской нации. В инновационной мастерской отличников труда китайской авиастроительной корпорации Хафы технический персонал провел жаркую дискуссию о том, как эффективнее устранить последствия деформации напряжения шимтамбованных деталей. Этот метод самостоятельно разработан китайской авиастроительной корпорацией Хафы и будет применяться в шасси вертолетов. Итак, ради 20-го съезда выдвигается задача выиграть битву за ключевые технологии. Наша Хафы считает своей обязанностью руководить разработкой вертолетов. Например, эти детали являются одними из ключевых деталей вертолетов, которые мы изготовили. Эта часть является той, которую мы завершили. Она учитывает соотношение обработки длинного диаметра и большого диаметра. В теории были разработаны пути устранения этих трудностей, но с ними не могли справиться на практике. Ключевые технологии находятся в наших руках, и мы прилагаем все усилия для создания более совершенного авиационного оборудования. Недавно разработанная научно-техническая компания арифумедический чип был первоначально успешно протестирован. После успешного запуска в производство он значительно повысит скорость вычисления при обнаружении угроз кибербезопасности. В 2016 году здесь побывал генеральный секретарь Си Цзиньпин, который дал важные наказы. Автократе 20-го съезда договорилась о продвижении модернизации системы и потенциала обеспечения национальной безопасности, совершенствование системы национальной безопасности, наращивание потенциала защиты национальной безопасности. В докладе генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил, что мы должны повысить осторожность, придерживаться мышления предела, быть готовыми к опасности в мировое время, принять меры заблаговременно и быть готовыми выдержать серьезные испытания сильным ветром и даже бурными волнами. Мы должны ускорить наши независимые инновации и стремиться к безопасности стратегических пользователей с помощью более передовых технологий, продуктов и услуг. В лаборатории Института окружающей среды Харбинского политехнического университета профессор Чу Вэй занимается со своим студентом анализом и тестированием качества воды. В результате серии экспериментов, неудач и прорывов команда Чу Вэй разработала новую технологию разражения загрязняющих веществ в воде, которая сейчас находится на стадии повторной экспериментальной демонстрации. В докладе 20-го съезда прозвучал призыв содействовать зеленому развитию, способствовать гармоничному сосуществованию человека и природы, что воодушевило Чу Вэй и ее команду. Как преподаватель университета, я буду продолжать выполнять фундаментальную задачу по формированию морального облика студентов и развивать зеленые и низкоуглеродные технологии с целью построения экологической цивилизации. В последние годы в Орске Аранчон Байина уезда Хума наблюдается динамичное развитие сельскохозяйственного производства. Происходят радикальные изменения в производстве и жизни. Проведенный в Такразе обзор этнической работы и перспективы в этом направлении вдохновили наследника нематериального культурного наследия Мэншу Цинна. В этом году мне исполняется 80 лет, а в следующем году будет отмечаться 70-я годовщина переселения Аранчон с гор на равнину. Я хочу развивать и культуру Аранчон, чтобы поколение Аранчон помнили доброту КПК.